Максим, а команда выходит на финишную прямую, скоро плей-офф, заключительные матчи, их не так много осталось. С каким настроением сегодня подходите к игре и стоит ли ждать, что Рига будет кусаться? Настроение хорошее, мы не играли уже неделю. Все хотят играть, все уже забыли немножко, как это быть в игре. Но сейчас на тренировке было много игровых упражнений, и я думаю, все войдут в игру с первого периода и будут играть так, как мы хотели. А Рига уже отдает игроков, Лев отправила, Швейцарию игрока отправила, а она себя ослабляет, и можно говорить, что сегодня она будет не в полную силу играть, и, в общем-то, СКА победит за явным преимуществом. Ну как они могут играть не в полную силу при поддержке своих трибун, и здесь команда все время играет здорово, и тем более со СКА матчи у них все время очень тяжелые, и я думаю, будет сегодня хороший матч, упорный матч, и надеюсь, что мы выйдем победителем. Мы хорошо тренировались, и еще у нас было пару выходных, потому что мы и отдохнули, и тоже. То есть, как бы, я думаю, мы очень позитивно смотрим этот матч, и надеюсь, что удачно сыграем. Вы сегодня, по-моему, с Тиему, да, тренировались в одной тройке. Как у вас впечатление от него? Очень, мне очень нравится с ним играть. Он очень такой хороший распасовщик, то есть он хорошо поле видит и может такую зрячую передачу отдать. То есть, я думаю, с ним будет очень интересно играть. А Дмитрий Воробьев вас сейчас слушает, что вы говорите. А Дмитрий, что можете сказать? Дмитрий, он, я думаю, обиделся, потому что вчера у нас была серия на PlayStation NHL 2013, и он в седьмой игре в овертайме проиграл, поэтому он немножко сегодня недоволен. То есть тренироваться нужно? Да.